Друзья, всем привет! С вами Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня будем готовить морковный торт. Вы скажете, что «Ой, морковный торт, получится невкусно». Но поверьте, вкус моркови совсем не чувствуется. Морковь придает сочность и сладость бисквиту, а вкус будет зависеть от вашей начинки, крема и специй, которые вы добавите в бисквит. И в итоге у нас получится бюджетный торт, который подойдет на любой праздник. 8 марта, день рождения, Новый год. Рецепт очень простой, получается очень вкусно. Оставайтесь со мной и, как всегда, не забудьте писать ваши комментарии и ставить лайки. Для приготовления бисквита нам понадобятся следующие продукты. 3 яйца, морковь, орехи, растительное масло. Сахар, у меня 2 разных сахара, лимон, щепотка соли, разрыхлитель и мука. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Сначала займемся орехами. У меня 70 грамм, у меня здесь фундук и арахис. Можно использовать абсолютно любые орехи. Орехи измельчаем в блендере в мелкую крошку. Затем 250 грамм моркови натираем на мелкой терке. Если у вас морковь слишком сочная, то лишний сок нужно слить. Снимаем цедру одного лимона, нам понадобится только желтая часть. Замешаем тесто, в миске смешиваем 3 яйца, 150 грамм сахара, у меня 75 грамм коричневого сахара и 75 грамм белого сахара. Яйца с сахаром взбиваем в белую пышную массу. Масса должна хорошо увеличиться в размерах, у меня этот процесс обычно занимает 5-6 минут. От того, как вы забьете сахар с яйцами, будет зависеть пышность вашего пирога. Добавляем сюда цедру лимона и сок одного лимона. Вместо сока лимона можно добавить цедру и сок апельсина, корицу, кардамон, все по вашему вкусу. Сюда же добавляю 70 мл растительного масла, у меня масло ореховое, можно любое растительное. И еще раз недолго перемешиваю миксером. Затем добавляю сюда 220 грамм муки, орехи и разрыхлитель. У меня здесь 2 чайные ложечки. Перемешиваю до однородной консистенции. И в самом конце добавляю натертую морковь. И все еще раз тщательно перемешиваю венчиком. Вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться плюс-минус масса. Подготавливаем формочку. Диаметр моей формы 18 сантиметров. Подойдет любая форма диаметром от 16 до 20 сантиметров. Форму смазываем по бокам и дно растительным маслом. Я ее укрепила фольгой. Переливаем тесто в форму. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 45-50 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Посмотрите, какой красивый, пышный получился у нас бисквит. Он у меня запекался ровно 50 минут. Даем бисквиту полностью остыть, разрезаем его на 3 равных коржа. Шапочку я срезала, она нам понадобится позже для того, чтобы украсить торт. И теперь приготовим крем. Для этого в емкости смешиваем 150 грамм творожного сыра и 150 грамм маскарпоне. Начинаем взбивать на низких оборотах. После того, как мы все немного перемешали, добавляем 125 мл жирных сливок. Сливки должны быть очень холодные и минимум 30% жирности. И 50 грамм сахарной пудры. И продолжаем взбивать крем еще несколько минут до полного загустения. Обратите внимание на консистенцию, крем получается очень густой и вкусный. Собираем торт. На подложку выкладываем немного крема и выкладываем первый корж. Обильно промазываем кремом, немного все разравниваем по всей поверхности. Выкладываем второй корж и опять крем. И выкладываем последний третий корж. Третий корж тоже немного смазываем кремом.
И в таком виде убираем торт в холодильник на несколько часов, пропитаться. У меня торт пробыл в холодильнике всю ночь, аккуратно убираю кондитерское кольцо. Сверху я тортик подровняла немного оставшимся кремом и теперь буду украшать его. Для украшения я сделала крошку из оставшегося бисквита на миксере и выкладываю ее сверху на торт. Вы можете сделать совсем по-другому или украсить чем-то другим, например, орехами, сухофруктами, конфетами. Я украшаю дольками апельсина, которые я просушила в духовке, и красной смородиной. По-моему, получилось очень симпатично. Давайте же отрежем кусочек, посмотрим, какой торт получился внутри. Посмотрите. Тортик получился воздушный, нежный. Крем-чиз прекрасно сочетается с морковными коржами, которые у нас получились за счет цедры и сока лимона с приятным цитрусовым вкусом. Приготовьте и вы такой торт. Вы не пожалеете. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч. С вами была Виктория.